Ну что ж, информация о том, что в коммунальном предприятии ЖКП Таирова был оформлен советник Таировского поселкового главы Тимура Хасаева Сабеки Ираклий Геннадьевич, полностью подтвердилась. Мы 30 мая 2022 года побывали в коммунальном предприятии и вручили директору предприятия Олегу Барулеву наш запрос для того, чтобы уточнить некоторые детали его работы. Олег Иванович, здрасте. Машинист Роман. Олег Иванович, у меня тут запрос, я не знаю, вы получите или где... Давайте, я посмотрю. Пожалуйста. Вот запрос. По поводу вот этого сотрудника, работал у вас такой? Да, работал. Он не работает 6 марта. 6 марта? А как же вы за 31 день марта его начислили зарплату? Да не может такого быть, 6 марта он у нас не табилируется, точнее табилируется как отсутствующий из невыясненных причин. 6 марта? Ну, у вас сдан отчет и написано 31 рабочий день. Не-не-не. Ну я вам говорю, я видел ваш отчет, отчете, своими глазами. В отчете написано 6 марта, он табилируется как особо. В отчете написано 31 рабочий день. Давайте я проверю отчет. Хорошо. И вам напишу. Я говорю, что в табеле он 6 марта как НЗ проходит. Ну до этого работал, да? Работал. Вот мой экземпляр. Так, что он написал? Ну получи. Не, это ваш экземпляр, а это мой. Вам дату написать, что я получил? Да, получил и дату. Да. А как же он работал, если он все время возле полголовы? Ну слушайте, он свои обязанности он выполнял в полном объеме. Сегодня у нас 30-е. Помимо ЖКП Таирова, нами также был подан запрос в Черноморское отделение полиции по факту, как мы считаем, незаконного начисления зарплаты Сабеки Ираклию Геннадьевичу. Пусть будет зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого разобраться законность начисления ему зарплаты и вообще был ли он там вообще на этом предприятии.